Давай поговорим лучше. Да? Ну ладно. Верховен не зря взял Дугласа. Для него это была сразу реклама для фильма. Ну что ты все о Дугласе? Тебе такие мужики нравятся? Вот, я тебе даже подарок захватила. Кругом у тебя в голове одно кино. Но кино — это же волшебство, иллюзия, коробочки и пленки. И мы иллюзия. Свет, свет, свет! Я точно сейчас так куда-нибудь въеду. Ты бы лучше въехал, о чем я тебе говорю. Ну понял, я понял, что кино — это типа очень круто. Ага. Скоро. Мы до этого озера доедем, а то ноги затекли. Минут 20 еще. Скоро уже. Да. Да-да-да. Расцеловываю, пупсик. Уже значит пупсик, да? Но он ведь милый, правда? Даже чересчур. До пляжа долго еще? Минут 10. Готовьте крем для загара. Здорово. О, а кто это там голосует? Такой симпатичненький. Который? Стоят в Атополе. Шагали бы пешком. По такой жаре? Сам попробуй, останови. Саш, ну жалко же людей. Привет, девчонки! Классно выглядите! Откуда такие красавицы, а? В наших-то краях! Кваску не хотите? Холодненький. Чё-то водитель у вас больно нервный. Познакомимся? Девчонки, как вас зовут? А их не зовут, они сами приходят, точнее приезжают. Вы с базы отдыха, ребят, да? Нам действительно пора бы уже. А наше общество? Мы классно время проведем. Слышал, что девушка сказала? Пока, ребят. Ой,
не заводится. Поехали. Чё, боишься? Ну тогда выходи. Выходь! Ну и чего? Ну что, придется извиниться перед моим другом. С чего бы это? Ну как же, взял посреди фразы оборвал. Глухим, можно сказать, обозвал. Ладно, держи, герой. Ключи отдай. Ключи отдай. Коленочки дрожат. Эх, герой. Как в кино дерутся. Жаль, спешила. Помогите! Дима! Дима, пупсик мой, пальчики! Пальцы сломаны! Как да ты охренел! Это шутка была! Это шутка была! Так вот он какой, пупсик. Ничего себе, хороший. Димочка, пупсик. Пупсик, рыжик мой, что этот драчун с тобой сделал? Пупсик, покажи пальчики. Лезь, кто просил. Не называй меня пупсиком, дура. Ну что, наснимал Спилберг? На Оскара тянет? Знакомый? Не знаем его. Извращенец. По кустам подглядывает. Как, прочно? Проверим? Не надо. Занервничал пупсик. Твоя, наверное, камера-то. Не прошли вы, господа, проверочку. Тихо не мог сидеть. Дебил. Ну, раз так, кассету придется себе на память оставить. А вы продолжайте, ребят, продолжайте. Саш, послушай, ну они же не хотели ничего такого. О, и Свете голос подала. А если бы я Рыжего убил? Мы бы остановили. Кто мы? Фрик и Шипсик? Пить. Саш, давай я тебя лучше с ними познакомлю. Понимаешь, они считают, что лучшие моменты надо ловить вот так, спонтанно, и фиксировать на пленку. Вот мы и решили. Кто мы? Ну, мы все. Мы любим кино. Ага. Ну-ну. Но мы же просто не ожидали, что ты себя так поведешь. Какая жалость! Сорвал весь съемочный процесс, да? Вы что, получилось еще лучше? Гораздо реалистичнее. Там просто нормально смонтировать. А у меня, значит, получается, что-то было вроде сценического дебюта, да?
Ну, в общем-то, да, нам только немного доснять, чтобы логично все получилось. Ну, это же просто кино! Вы что из меня? Шрека хотели сделать, да? Нет! Точно, Оскар у меня теперь в кармане! Воды! Верните нам кассету, нам фильм нужно доснять. Не волнуйтесь, сам досниму. Ради такого не грех и монтажом овладеть. Саш, подожди. Мне плохо. Воды. Пить. Пить. Дайте воды. Да, и вот еще что. Ты мне можешь больше теперь не звонить. Александр. Да. Вы, кажется, ключи забыли. Коробочки, пленки. У господ синефилов граница в головах есть между реальностью и иллюзией. Или уже не в состоянии их различать. Вы только и делаете, что питаетесь чужими эмоциями с пленки. Реальность. Ваш дурацкий розыгрыш. И ваши 10 километров пешком по такой жаре. Где кассета? Кассета? Какая кассета? Спортсмен, тормози! Держите его! Стой, кому говоря! Саша! 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 Саш! One, two! You're ready! Эй, верни пленку, Буйра! Валим, кабана, валим! Валим, ну! Все, трындец. Александр, вы ключи забыли. Ключи забыли. Совсем из ума выжили. Дебютанты хреновы. Кассету мне отдай! Отдай пленку сейчас же! Ты нам все кино испортил! Меня тошнит от этих актеров! Я с детства боюсь темных кинозалов! Меня трясет от Тарантино! Я ненавижу кино! Я люблю спорт!
уцелела пленочка. А все потому, что рукописи не горят, а искусство вечно! Angels cry, she's getting guys to sleepy. Yeah, angels cry, she's getting guys running down until the end of time. Guys, it's dead, you guys, one and done until the end of time.